Друзья мои, вот почти 5 лет тому назад был открыт парк Зарядье. Но я, если честно, сегодня была там в первый раз. Раньше на этом месте находилась знаменитая гостиница «Россия». Строительство парка велось с 2014 года и обошлось казне в 14 миллиардов рублей. Ну что здесь? Есть концертный зал, ледяная пещера, медиа-центр, парящий мост, подземный музей, отель огромный, рестораны, кафе. Короче, чего здесь только нет. И самое главное, что на территории сохранены исторические объекты. Палаты Романовых, старый английский двор, Китайгородская стена, комплекс доходных домов. И особенность комплекса – это стеклянная кора. Это уникальная стеклянная конструкция с солнечными батареями. Она не имеет внешних стен, там круглый год поддерживается особый микроклимат. Летом свежо, зимой тепло. И под корой находится сад с субтропическими растениями, где можно запросто отдохнуть. Вот так вот, например. И еще мне больше всего понравилась вот такая лавочка. А в остальном мне не понравилось все. Вот обрезанные березы и сосны, отсутствие души в этом парке, отсутствие туалетов, хоть каких-то развлечений для детей. Может быть, время неудачное, может, это просто молодой парк, но не впечатлил вообще. Я буду сам не свой. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут.